Добрый вечер, дорогие товарищи. Итак, сегодня получил посылку от Дмитрия Анатолия Копчука, в которой было вот это предмет всем, который нужен увлекающийся ножами, заточкой ножей. Это точилки «Вектор». Получил я их 5 штук, так что они будут у меня в продаже. Будут отправка с Санкт-Петербурга. Вы можете их будете приобрести непосредственно у меня, чтобы не писать на сайт, не писать, звонить еще, что у меня есть эти точилки, 5 штук в количестве пока. Вот, и можете приобрести непосредственно у меня. Ссылку на как меня найти ВКонтакте, WhatsApp, почта, все будет под видео. Итак, начнем по порядку. Это точилка «Вектор». Вот это я уже одну развернул. Все, это все, как говорится, ну, в коробочках оно замотано в пленку. Итак, базовая точилка с поворотным механизмом «Вектор». Итак, что входит в комплект? Сейчас достану и покажу. Все. Базовая точилка «Вектор» — это станина с винтами, ключики здесь, то есть это ключик для это непосредственно ножки, которые крепятся, передние упорные ножки, упорные эти не раскручиваются, винты. Сейчас давайте я быстренько соберу ее, чтобы показать, что входит в базовую комплектацию. Так, раскручиваем. Это упор, который можно использовать. Пока снимаем. Итак, ставим переднюю упорные ножки и вкручиваем винты. Один, два, три. Ну, это уже регулировать вы будете по тому, как будет у вас стоять точилка на вашем столе. То есть закручиваем. Притянули, ставим вот этот упор, который здесь третий, чтобы он нам, как говорится, не мешал. Ставим прижимную пластину и прикручиваем барашком, гаечкой притянули. Дальше. В комплекте идет ключик на 12-13. Это для того, чтобы ставить штангу. Штангу можно ставить в дальнее положение, можно ставить в ближнее положение. Я работаю, когда стоит у меня в положении в ближнем, как говорится, посередине упорного этого точилки. То есть закрутили, слегка подтянули. В комплекте идет направляющая с градуировкой градусов и сзади парковка. То есть откручивается
зажимной винт. Опускается, надевается на штангу, зажимается. Дальше в комплекте идет штанга с двумя упорами, с пружинками. Это регулировать ход движения штанги по внутри держателя. Так, поставили, закрепили, затянули. Затем маленький ключик, шестигранник, двоечка, по-моему, это для того, чтобы ставить держатель камней. Раскручивается вот этот механизм. Еще не до конца. Все, зажали, подтянули. Ну, я собираю сейчас так по-быстрому, чтобы показать, продемонстрировать. Так, все, стоит держатель камней. И я его сниму, потому что он мешает. Шестигранничком отпускаем 4 винта, которые находятся сбоку. Отпускаем. И вынимаем держатель. Чуть-чуть утапливаем мы их, чтобы, ну, не выкрутили случайно каким-то образом. Так, это непосредственно у нас основа. А во второй коробочке у нас стоит, лежит вернее, поворотный механизм с винтами. Вот такой пакетик. Здесь я, сейчас мы посмотрим, это ключик, шестигранник, который откручивает вот эти винты, которые непосредственно держат поворотный механизм на самой точилке. Сейчас я откручиваю. Теперь вот стоят винты и пластина металлическая. Пластина с нержавейки, это два магнита, которые держат, которые здесь стоят. Это для удержания ножа, если вы будете точить. То есть вот таким способом. То есть положили, как типа апекса, без поворотного механизма. При монтаже вот этой штучки надо быть аккуратненьким, потому что магниты выпадают. Их надо придерживать, пластину эту. Короткие винты, которые здесь стоят, мы их убираем, ставим винт, который держит непосредственно поворотный механизм. Ставим поворотный механизм. Так, все наживили, совместили, поставили второй винт. Ну, здесь просто неудобно держать, потому что здесь магниты. Это все делается в разобранном виде без штанги. Но я показываю, как. Все. Механизм установлен. Подтягиваем винт
и до упора. Дальше они все равно не пойдут. Тянуть смысла нет никакого. Смысла нет никакого. И получаем точилку. Эти винты откладываем в сторону. Они нам пригодятся при... если мы снимаем поворотный механизм и точим по типу апекса, они нам нужны, короткие вот эти. Здесь длинные, которые проходят через отверстие, которое непосредственно в площадке, и только вкручивается в площадку, которая непосредственно в поворотном механизме. Губки установлены, губки стоят с односторонней фаской, видите, да, вот в этом месте. Для того, чтобы можно было зажимать, то есть они сходятся, вот они до щелчка защелкнули, подтянули, ну пока, ну, тут все не, еще, как говорится, не разработано, зажали, открутили эту, сдвинули их, и для зажима маленьких ножей. Ну, в общем, все, тут посадка, люфтов никаких нет, садится очень все с этим, как говорится, с таким, с четким подгоном, как говорится, все подогнано, никаких люфтов в этой, в держателе губок нет, люфтов никаких не замечено, то есть вот такой вот получается у вас станок с поворотным механизмом, с возможностью использовать его по типу апекса, то есть точить на площадке, либо зажимать нож непосредственно в губок, в губках. То есть вот вся комплектация данной точилки. Держатель, удлиненная штанга, упоры хода штанги в угломере. Здесь в этом узле присутствует, раскручивается тонкая настройка угла, то есть отпуская вот этот и вращая, раскручивая этот узел, мы поднимаем и регулируем тонкую настройку угла. То есть по опыту сразу скажу, выкручивается вот эта направляющая, которая здесь, вот эта гайка, если ее выкрутить полностью, она выходит на 20 миллиметров. Это мы увеличиваем угол на 5 градусов. То есть 20 миллиметров, 5 градусов. То есть вот, в принципе, вся конструкция точилки в комплекте. Ключик, шестигранник для установки поворотного механизма и зажимания губок. Вот он здесь. Для вот этих. Вот этот ключик. Но это для регулировки губок относительно выставления по горизонту. Вот он, ну, получается универсальный для губок и для установки переднего упора для этих винтов, задних и передних. И маленький ключик, шестигранничек, который для соединения штанги и штанги с держателем камней. Здесь пружинка, круглая рукоять, то есть
В эту точилку спокойно зажимается веневский алмаз длиной 200 мм двухсторонний. Никаких проблем с этим нет. И ключик 12-13 это для зажимания вертикальной штанги установки угла. То есть вы его вкрутили и законтргаили, чтобы он у вас без люфтов не шатался, нигде никаких нет, допусков здесь нет, все закручивается наглухо. В общем, вот такая вот точилка, вектор. И самое главное, цена в этой, в базовой комплектации 11 200 рублей. Транспортные расходы включены в стоимость данной точилки. Я считаю, что цена более чем приемлемая среди бюджетных каких-то других точилок аналогичного профиля. И поэтому я рекомендую, у кого есть желание, ее приобрести. То есть впереди к ней будут, может быть, апгрейд какой-то. Ну, не то, что не может быть, а он будет. Будут, может быть, изменены губки, будет добавляться еще, наверное, какой-то узел будет к ней. То есть тут достаточно, как говорится, у Дмитрия Анатольевича простор для творчества. Вот. И я пользуюсь этой точилкой. И довольно-таки сказать успешно. То есть мне нравится. То есть никаких проблем с установкой губок, с регулировкой, с установкой при заточке точить, если как по типу Апекса, никаких проблем нет. То есть ничего с ней не случается. Она работает как часы. Механизм здесь сюда лезть не надо. Здесь все подогнано четко, все скручено на заводе. То есть, в принципе, здесь смазки, я на свою точилку смотрел, смазки здесь в подшипнике достаточное количество, туда лезть смысла нет никакого, капать масло, керосин, солидол тоже нет никакого. Так как у меня, сказать, первые, можно сказать, выпуски, у меня пружина вот эта задняя чуть слабее, чем здесь. Здесь стоит пружина очень мощная, которая регулирует гораздо больший такой прижим и монолитность всей конструкции, потому что у меня эта пружинка была чуть-чуть слабоватая. Вот. Так что рекомендую эту точилку. Никакие аналогии и сравнения с другими точилки подобного конструкции я не сравниваю. Я рассказываю только за вектор. Покупая эту точилку, в принципе, все проблемы по заточке ножей у вас будут, как говорится, закрыты практически на 100%. Почему скажу практически на 100%? Потому что все-таки точат не машинка, не станок, а руки. То есть надо четко понимать, подходить, как это все работает. Теперь, кстати, могу сказать, что если хорошо центровать губки, я использую для этого штангер-циркуль, камень, то вот этот указатель угла работает практически с точностью 99%. То есть один по один, может быть, 1.5% погрешность, но это на вот этом, на заточке они, ну, никак практически не играет, потому что увидеть эту погрешность в... Это надо очень постараться их и хорошо найти, эту погрешность. Но, в принципе, угол, если вы выставляете, я не говорю, что если у вас нет угломера, можно воспользоваться вот этим. Но если у вас есть угломер, то вы можете, в принципе, сравнить показания угломера и показания вот этого угломера штатного вот с рисочкой, делениями. И вы увидите о том, что они практически совпадают. Вот что меня интересно. Я уже несколько раз проверял. Довольно-таки и были ножи со сложной геометрией. То есть и выставляя просто по угломеру точил. И просто без угломера, уставляя угол по вот этой шкале,
я получал практически одинаковые результаты. Ну, была там, может, погрешность 0,1, там, может, 0,2. Это я вообще на это внимания не обращаю. Ну что ж, вот такая точилка за 11 200 рублей. Считаю, что это разумное вложение средств. Аппарат хороший, надежный, все стальное, все мощное, монолитное. Люфтовник, где никаких нет, все наглухо стоит, все закручивается, все работает как часы. Точилка Вектор, у меня уже есть она в наличии, 5 штук, ну я думаю, что будут еще. И поэтому желающие, пишите, звоните после оплаты на следующий день, либо компании СДЭК, либо к вашему офису. Либо почтой России, посылка, две коробочки уедут сразу к вам. В одной будет непосредственно сама точилка, в другой будет в коробочке лежать поворотный механизм. На этом все. Спасибо всем большое за внимание. Удачных вам покупок, господа. Всего доброго. Пока-пока. Цена данной точилки в этой комплектации 11 200 рублей.